Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Обалдеть. Да-да, вроде 9 градусов всего лишь. А такой ветер ледяной просто. Ну что, сегодня праздник 23 февраля. Он отмечается в России уже 100 лет. За это время он сменил несколько названий, однако главный патриотический смысл остался неизменным. В День защитника Отечества люди прежде всего отдают дань уважения мужеству соотечественников, проявивших доблесть и честь, чтобы защитить свою родину. Сегодня с 23 февраля принято поздравлять всех мужчин, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к армии или нет. И я присоединяюсь к этому. Поздравляю всех мужчин! Я, может, очень часто произношу слово «обалдеть». Пришла посмотреть красоты. А тут такой гололед, такой гололед. Не знаю, спучусь я или нет. Я уже поднялась, еле-еле поднялась. Сейчас я спучусь, иначе я грохну здесь. Так, вот здесь вот такие красоты. Охотный ряд. Пойдем сейчас дальше. Ужас, лицо замерзает, а? Свое нынешнее название «День защитника Отечества» получил после распада Советского Союза. Раньше праздник был известен как День Красной Армии, а затем как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2006 года, 23 февраля, называется День защитников Отечества. Впервые дата, 23 февраля, стала праздничной в 1919 году. 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РКК Николай Подвойский отправил в ЦИК предложение отметить первую годовщину создания рабочей крестьянской Красной Армии в день учреждение декрета о ее создании, то есть 28 января. Его просьба пришла с опозданием, в связи с чем была отклонена, однако позже, 24 января, Президиум Моссовета рассмотрел вопрос об устройстве праздника ознаменование годовщины создания Красной Армии. Тогда было решено объединить праздник с Днем Красной Армии. Подарки вручались как на предприятиях, так и в школах будущим защитникам Отечества. Проходили лекции о былых подвигах. Любимой же традицией были вечерние застолья, участники которых могли вспомнить армейские дни. Люди поздравляли друг друга Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, с Днем Защитников Отечества!